Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня я хотел вашему вниманию представить такое интересное изделие – портативный обогреватель-прожектор. Он сделан на основе галогенового обогревателя маломощного 200-ваттного. Неплохая была вещь, но я, честно говоря, неправильно ее эксплуатировал. Как и видите, здесь контакты заржавели, обгорели. Ну и чтобы не выбрасывать ее, я решил все-таки заменить спираль в галогеновой трубке лампой накаливания. Здесь 150 ватт, поэтому он на 50 ватт меньше мощности изначальной. Потому что я его использую, чтобы обогревать небольшие площади, а в частности в доме, где сыреют углы. То есть сейчас я включу его. То есть обогревает достаточно хорошо. И, как видно, он довольно незатейливо сделанный. Здесь используется патрон, в который вкручивается лампочка, заизолировано все. Конечно, работа немножко топорная, потому что лампочка должна выходить немножко дальше. Ну, просто не стал над этим заморачиваться. Для каких целей его можно использовать? Ну, кроме тех, которые я говорил, что как обогреватель, он может также служить и в роли прожектора. В сельской местности это очень важно. Например, по осени, когда пилишь дрова, то бывает кучка большая, и когда ты уже заканчиваешь пилить, а стемнело, то как раз не можно освещать. Или для каких-то других целей. Надеюсь, это видео было вам полезным. Мне также важно знать ваше мнение об этом ролике, понравилось оно или нет. Как отметить это, вы и сами знаете. Подписывайтесь на канал. До новых встреч на YouTube. Спасибо за просмотр.